الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я как глава Украинской общественной организации поиска военнопленных и без вести пропавших хочу обратиться к мусульманам России. В связи с тем, что Российская Федерация напала на Украину и участием в вооруженных силах Российской Федерации большого количества мусульман, как чеченцев, дагестанцев, татар и башкир, наша организация занимается поиском родственников тех, кто считается без вести пропавшим, военнопленным или погибшим на территории Украины, потому что российское военное руководство скрывает действительные данные о потерях российской армии, не забирает тела погибших и тяжело участвует в обмене между пленными. Тому, кому интересна судьба своего родственника, может написать по телеграмму «Поиск военных». Также в связи с тем, что на территории Российской Федерации объявлен новый весенний призыв и набор нового пушечного мяса для того, чтобы бросить его на территорию Украины, хочу обратиться к мусульманам России для того, чтобы они сделали все от себя зависящее, чтобы не попасть на эту войну. Потому что, участвуя в этой войне, вы станете захватчиком и оккупантом, который пришел в чужую страну, в чужой дом, которого не звали и которому не рады. К тем людям, которые не сделали ничего плохого для того, чтобы он проявил по отношению к ним агрессии. И придя сюда, вы найдете одно из двух. Либо смерть в качестве несправедливого захватчика и оккупанта, либо сами станете убийцей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тот, кто убил душу не по праву, не почувствует даже запаха рая. Также тем, кто уже служит, тем, кто уже попал в ряды вооруженных сил Российской Федерации, но не желает участвовать в этой войне и находится на территории Украины, есть возможность сдачи в плен. Вам будет гарантирована безопасность и документы для того, чтобы вы попали в Европу и устроили там свою жизнь. Не бросайте свою жизнь на погибель, потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля спросит о нашей жизни и как мы ее потратили, куда мы ее, как мы ее использовали. Поэтому не бросайте себя на погибель и не участвуйте в этой кровавой войне. Ассаламу алейкум.